протяженная граница с Россией. Пусть маленькая тусовочка. Я вижу здесь министра иностранной... Кузя, вот счастье сколько, боже мой. Кузя, ну посмотри, Кузь, посмотри на меня, Кузя. В составе делегации Конгресса США я была последний раз... Вот она моя звоночка. Вот она, да. Привез испытание оружия. Об этом тоже говорил президент Зеленский о своем выступлении. Координация плюс... вот эта коалиция должна сохранить свою силу. Мы должны помнить о том, что нас объединяет. Это значительно важнее, чем то, что нас разъединяет. Так, спасибо. Что касается санкций, Великобритания объявила о еще более далеко идущих санкциях, что предполагает определенные затраты и для народа Великобритании. Теперь следующий вопрос. Нужна ли нам новая архитектура отношений между Западом и Востоком? Юстокенберг говорил о возрождении НАТО, упоминалось об России. Это организация, в которую входят Россия. Мы чувствуем, что должны быть пока консенсуса. Угодно, неоднократно упоминалось, я никого не хочу обижать. Но, мне кажется, это очень забюрократизированная структура. Вопрос у меня, по сути, все, пусть хорошо, можно быть понемножечко. Спать надо идти, да? Мы просыпаемся. Моя зоечка. После геополитического сна. Давай чеши тогда, раз хороший. И сталкиваемся с очень сильной политикой Кремля.